Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хочу посвятить вам канал Grandes. Это канал моего хорошего знакомого. Он начал снимать на Мазине и первый сервер. Также мы с ним будем снимать вместе, возможно. Снимает будни админа на район РП. Сливы разных серверов. Также есть слив говна Атома. Играет аномальски и так далее. Всем советую подписаться на его канал. Ссылочка будет в описании. Зайдите на канал, посмотрите видосы, поддержите парня. И давайте поможем ему набрать 1000 подписчиков. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на серии Родина Ролиплей. Мой ник здесь Кирилл Путбулови, не заводить мы при регистрации, пацаны. Извиняюсь за свой голос, я, короче, приболел. Поэтому... Как-то так придется снимать все равно видосы, пацаны. По названию ролика, думаю, догадались, о чем сегодня пойдет речь. Поэтому едем. Едем к моему бизнесу, как он мне подарил мой хороший знакомый. Кстати, в начале ролика это был его канал, поэтому обязательно подписывайтесь. Это он мне подарил бизнес. В принципе, бизнес реально годный, как я понял. Потому что, блин, в день по 100 тысяч капает. Но я финку смотрел, когда купил его. То деньги капают, ну, по 100 тысяч. Не знаю, сколько сейчас, возможно, там продукты закончились. Нужно еще будет оплатить налоги на дом, на бизнес, как раз же на машины и так далее. Короче, пацаны, вот у вас, наверное, будет вопрос, почему у меня 700 тысяч? Да, потому что я красавчик, просрал деньги в казино. Во. Но не бойтесь, пацаны, не бойтесь. Деньги на конкурс я не трогал. Смотрите, вот они где-то тут. Вот, видите, 8 миллионов. Деньги в банке. Я их не трогал. Когда вы смотрите видео, наверное, уже итоги конкурса я уже сделал. Наверное, я уже сделал. Возможно, нет даже. Возможно, не сделал. Но если я не сделал, пацаны, ссылка будет на конкурс в описании на 8 миллионов, 8 призывных мест. Я знаю, пацаны, задержал, пацаны, с итогами, да-да-да, не спорю. Просто, блин, я хотел прямую трансляцию сделать, чтобы итоги конкурса сделать. И сегодня именно я буду делать итоги конкурса. Именно стримить буду. На стриме буду делать итоги конкурса. И, возможно, прям на стриме я дам призы тем, кто сможет их забрать сразу же. Поэтому всем советую поучаствовать, кто еще не участвовал. Потому что сегодня на стриме будут итоги конкурса. Поэтому участвуйте. Так, давайте проезжаем, быстренько тапку дадим, потому что это комара, что нихуя не едет. Извиняй, братан, ну, блин, я случайно тебя зацепил. Бать, чувака-то, блядь, комара, просто гелик переверну комара. Шок-контент, пацаны. Ну, короче, давайте развернусь вот так вот. Так, спасибо. Короче, бизнес это столовая, как вы, наверное, могли понять. Так, а это, по-моему, не наша скорая, да? У нас же в натуре скорая красная, надо будет покрасить чисто, чтобы не полиция в натуре. Так, бля, ладно, сюда встану, похуй. Так, секретный пароль. Так, и смотрим, оплатить налог на транспорт. Налога на транспорт не нужно оплачивать. Налоги на дом оплатим. И налоги на бизнес. Хуя себе налог на бизнес, блядь. Ёбаный хуй, чё так много, блин? А чё такой большой налог на бизнес, Я, блядь, так банкротом стану. Блин. Кстати, этот чувак, то есть мой хороший знакомый, какой мне подарил бизнес, сейчас я покажу его ник, он еще подогнал сверху 200 тысяч. Вообще просто пацан, красавчик. Поэтому подписывайтесь на его канал. Там в начале ролика вы, думаю, видели. Все, так, аккуратненько. Вот этот бизнес, короче. Закусочная. Я владелец, понятное дело, в принципе. Так, давайте зайдем. Зайдем, мы зайдем. Вот закусочная, пишем биз. Биз, блядь, биз. Инфо. Так, открыть. Смотрите. Стоимость продукта 50. Продуктов 2000. В принципе, пока хватит. Бизнес. Закусочная. Банк бизнеса. 42 тысячи у меня лежит здесь. Открыть. Открытая. Украинская мафия. Налог к оплате. Ага, тут до 100 тысяч доходит.
Прибыль за 11 часов 41 тысяча. Посетители за 11 часов 26. Оплата крыши 3 тысячи. Так, изменить. Дополнительно. Закрыть бизнес. Заместитель. Вот. Никит Грандес, он мне подарил этот бизнес. Вот статистика за неделю, в принципе. Вот такая вот, пацаны. В понедельник 134 тысячи было. Вторник 32. Ну нормально, чё, блин, нормальная финочка, блин. Я думаю, пойдет, пацаны. Так, изменить стоимость продукта, снять со счета. Сколько там денег лежит? 42 тысячи. 42 тысячи, да? Ага. 41 тысяча или 42 тысячи, по-моему, да? Во, пацаны, все на руках, побойцы. Нормально, чё? Нормально живем. Так. Изменить стоимость продуктов, пополнить баланс бизнеса, отметить GPS, продать бизнес закупку продуктов у разводчиков. Так, давайте еще раз дополнительно посмотрим. Реклама в телефоне. Стоимость на 1 час 10-50 рублей. Я не знаю, что такое, пацаны, напишите, блин. Потому что я без понятия. Так, вот у нас продукты есть, можно домой купить, можно себе купить. Можете, пацаны, приходить хавать, если что. Как бы недорого там, свои люди есть что. Поэтому, кстати, он мой заместитель, да, стоит он заместителем, короче. Тут Никита у меня в бизнесе. И Фоме, кстати, он заместитель тоже. Что-то Фомы надо сейчас глянуть еще, кстати. Так, Фома меню. Управление семьей, информация о семье. 50 человек, так, 16 уровень семьи, 1300 очков. Блин, нам нужно 7000 очков, чтобы купить хату для Фомы, блин. Это, конечно, печально. Кстати, я ж в Польке работаю, блин, надо будет по Больке серичку записать обязательно. Потому что, блядь, я вообще охуел, в Больку не приезжаю, блядь, не работаю. Скорую возьму, как раз приеду, блядь. Такой на работу чисто на скорой своей. Поэтому, как-то так. В принципе. Думаю, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Там ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Заходите на сервер, играйте и ждите новых серий. Всем пока-пока.